Всем привет, друзья и гости канала. Мы начинаем новый летсплей на карте Варварка. В общем, со мной, вот видите, приехал Иван Дарк в пикапе. Так, ну что ж, садись, по дороге все расскажем. Вот. В общем, друзья, как вы помните... Так, видишь? Вот, в общем, друзья, как вы помните, уехали мы в деревню Владимировка, так как туда будут вноситься инвестиции. Вот. Ну и на время нашего отъезда я нашел село Варваровка, на котором мы будем, собственно говоря, развиваться и поднимать колхоз. Вот, естественно, колхоз мы будем с Иваном поднимать. Вот, мы сейчас едем на бригаду, на базу, смотреть, какую нам технику подготовили. Вот, и да, друзья, здесь есть Сидорович. Вот на этой карте есть наш любимый Сидорович, который нам, собственно говоря, технику и подготовил. Так, а я забыл Худхайдер, наверное, поставить, или он не работает? Ладно. А он... Худхайдер... Не суть, потом разберёмся. Работает. А он не работает, ладно. Ну не суть. Вот. Короче говоря, с Иваном мы едем на бригаду. Вот. Вот, кстати, Иван Элеватор. Вот. Ну где? Ага. Так, вот. Дай запомнить. А, где он? Ага. Ага. Все понял. Вот. Сразу говорю, техника у нас не топовая. У нас, как всегда, начинается все с самой фиговой техники, откровенно говоря. Как обычно. Ну, для этого мы туда. Так, давайте куда-то мы сюда машину поставим. Так, ну что, Иван, выходи. Нормально же поставил машину. Да, нормально. Вот делай. Так, ну что, вот она, друзья, вот она, наша техника. Ну, начинаю обзор. Пока Иван не садись, мы просто смотрим технику. Нива СК5. Комбайн хорошо тебе зарекомендовал. Мне нравится. Далее. Т-150 гусеничный. Тоже хороший трактор, он мне понравился. Дальше у нас есть культиватор. Прицеп вот такой вот. И газончик, собственно говоря. Ну, все как по стандарту. А я вот только вот не понимаю, где моя ЮМЗ-шка. А ЮМЗ-шки нет, не привезли еще. Вот ЮМЗ-шку мы потом будем покупать сами. Допустим. Так, друзья, что у нас по полям? У нас 27-е поле, оно у нас 4 гектара. Вот, и у нас растет пшеница. Так, и я предлагаю продать наш замечательный пикап, так как у нас 3000 всего, плюс у нас еще кредит 200 тысяч взяли. Что, Иван, как ты на это смотришь? Ну, продать-то можно, сильно. Вот, ну, мы за сколько можем пикап наш толкнуть? 36 тысяч. Нормально продаем. Да, машина хороша, но я думаю, мы на замену купим. Ну, не для нашего времени сейчас. Так. А там все будет, ну, сейчас. Да, давайте, наверное, продаем. Продать. 36. Ну да. Итого у нас почти 40 тысяч. Так, Иван, побежали на поле. Глянем, что там на поле. А, давай проедемся. Давай проедемся как раз на технике. Садись. Я вот. Не могу сесть. Да. Да, не могу сесть. А в Т-150? Ну, Т-150, ты серьезно? Тоже не могу. Ну, с ними даже нет смысла искать. Так, предлагаю тогда арендовать небольшую машинку. Да зачем? Давай пробежимся тогда. Вот бегать-то нам полезно. Вот, пробежимся, ну, друзья. Когда у тебя пинг, ну, допустим. Что-что? У меня, может, пинг есть, но нормально. Я себе интернет поменял. Ну, немножко, ну, говорю, не такой же уже пинг. Да. Немножко есть, но не такой. Вот, давайте, друзья, посмотрим на наше поле, на котором мы будем работать.
Вот, конечно, не во всю технику мы с Иваном можем садиться. Конечно. Ну, вернее, Иван. Ну, везде место есть. Вот оно, наше поле. Пшеница, урожай созрел. Давайте посмотрим, что у нас так. У нас, по идее, мы сегодня в этом... 5 гектар. Ну, так, конечно, много, но пойдет на первое время. Ну, хоть далеко не надо ездить. Ну, вот он, элеватор рядом. Так, я предлагаю начинать уборку. Иван, ты давай садись тогда на это. На газончик. Ой, а можно? Ладно, потом. Вот, в общем, друзья, будем здесь работать, начинать работать здесь, развивать сельское хозяйство. Вот. Насчет Владимировки вряд ли мы туда вернемся, скорее всего, я не знаю, так. Примерно в ближайшее время. Да, в ближайшее время мы сюда не вернемся. Так, а что у меня? А что? У меня в мире какая-то... Ладно, 2 килограмма у меня в мире чего? Егор, есть небольшое но. Но? Можно я, наверное, лучше буду на ее мазешке, потому что у меня газончик, ну, газончик-то на КП. А я понял. Ну, МЗ-шку мы... На сколько там стоит ее МЗ-шка? Не знаю точно. Кто посмотрит. Так. Так, а я начинаю, по идее, здесь уже работать. Ну, может, это все моя ремзашка стоит 1700, которая может так, сразу лучше Иван, взять. А у меня комбайн не заводит как-то, не включай. Жатка? Да. А ты понял, подключил? Это у нас же ручная сцепка. Забыла. Да, друзья, мы же подключили еще ручную сцепку, я совсем забыл. Допросился, наконец-то, ты ручную сцепку. Так, ну поехали. Да, ручной. Да. Так, я, короче, прям покупаю ЮМЗ-шку, да? Так, а ЮМЗ-шка у нас, я забыл. 11. А, так это недорого. Так, надо тебе выдать права. Сразу тебя сделаю управляющим. Все. Так, ну и вот наш первый урожай, друзья. Я забыл, что у нас тут стоит ручная сцепка, там кинулся, а... Так, поломку, я думаю, мы будем собирать. Нефтюки. Ну, да, закрывайся. Так, я надеюсь, технику слышно, я немножко прибавлю звук. Так, мне брать на ЮМЗ крепление фронтального погрузчика или нет? Да, наверное, скорее всего, да. Вот, ну бери, если оно недолго стоит. У нас сейчас денег особо. Полторы тысячи. А, ну, в принципе, не так дорого. Так, все, работаем. Наблюдаем живописные картины, поля, луга, деревья, села. Так, 12, 12, 13, 3 сотни. Нормально, берем. В любом случае нам не займем. Ну, я понял. Знаю, вот что, ехать сколько на базу. Ну, ничего, сейчас наеду. Ага, так подожди, а куда ехать-то надо? А по карте там посмотреть, там... Ну. А, Иван, тут же еще штрафы есть. Не забывай, если проедешь на красный, оштрафуют.
очень интересно. Первый ты что слышал? Ну все, я почти еду. Давай. Вот. Потом в конце рабочего дня мы зайдем к Сидоровичу с Иваном, отчитаемся. И будем искать тебе дом, друзья. Мы дом уже так и не купили. Мы бездомные. Бездомные. У нас хаты с Иваном нет. Живем на ферме. Да, будем спать в тракторах, в комбайнах. Все, я в комбайне. Работаю без GPS, как вы любите, друзья, на своих руках. И ты без GPS? Да. Я бы, конечно, на дорогах и... Так, меня уже надо будет разгружать. Я тогда на газончике буду кататься, пока ты едешь. Угу. Мне еще долго ехать. Не особо-то и долго. Мигает. Так, хорошо. Так, Иван, опять. А ты у меня здесь стоишь, на этом. Где? Возле газончика. Стою, я еду. Ну, раз не вкрылся, значит. Так, значит, у нас штрафы есть, да? Да. Проверить можно? Ну, проверяй. Вот, ну не желать. Ладно. Мы все же поправим дорожное движение. Вот у нас тут как ну, раз рядом все... Откуда в селе светофора? Ну, видимо, не знаю. Вот, видимо, тут и инвесторы точно поработали, постарались. Ну или автор нормально ну, сделал. Автор, да. Так, все. Немножко подождали мы. Вот, кстати, друзья, у нас пшеница сорная. У нас она сорная пшеница. То есть бурьяна. Вот так что нам надо будет ее потом очистить. Поехали. Вот, поле, в принципе, небольшое. Я думаю, управимся этим комбайном. Так, а что за фото скупые? Ага, ну правильно, все надо. И охранник даже не спился. Охранник что? Работает. Охранник даже не спился, если работает. Да, давай, я вообще удивился, когда сюда приехал, что все трезвые, все. Обычно в селе как? Обычно в селе все нажаханные, все красные, спят где попало. Ты прям аж удивился. Даже вижу школа тут есть, работает, да, или это садик. Вот, в общем, друзья, работаем.
Работаем. Кстати, поезд на едет. Вот справа сейчас будете наблюдать поезд. То есть у нас как тот самый... Как... Репортер. Да. Посмотрите направо. Посмотрите направо. Справа проезжает поезд. Посмотрите налево. Слева сильнее. Да, вот так. Посмотрите назад. Да, и едет. Мимо Зэшка. Да. А, кстати, где там? Я на поле. А, ты уже на поле. Вот, у нас 28 дней, все как положено, по реалу. Видишь, в августе? Да, у нас последний день августа. Во, такого ЮМЗ у нас еще не было. Так, я все же потом предлагаю подставить GPS. У нас он тут стоит, да, у нас он стоит. А жопка прям маленькая. Да, самая маленькая жопка, к сожалению. Во, хлеб повезли. То есть тут все процветает. Не то, что на Владимировке. Да, не то, что на Владимировке. Ни одной живой души. Так, я сам подъеду сейчас. Погружаемся. Так, ну по периметру мы уже более объект. Я минимум очень доволен, что ты отключил ручную вцепку. А так еще мы включим вид от первого лица, что нельзя будет менять. Не, вообще там классно. Все? Да, все. Так, ну карта нравится, да, Иван? Да, карта прикольная. Вот, сюда маленькая, но... Так, пойдем GPS. Вот, да, карта не очень большая, но. Так, ну, пока, друзья, пока мы едем, давайте мы посмотрим вообще на поля и их цену. Вот, у нас там уже седьмое есть или нет уже. Вот. У нас, насколько я знаю, 35-е поле самое большое. Да, там. Насколько? А седьмое? Так, а седьмое. Так, ну они тоже, но я их бы все купил и объединил. Далее, у нас есть транспортная компания номер 3. Ну, я, в общем, сделаю отдельный обзор. Так, Егор, сможешь вот к мне подойти? Потому что я немножко не понимаю, где, куда выгружать. Я вообще наш где куда выгружать? Где куда выгружать? Сюда же? Но... Ну да, сюда. Ну-ка. Ну-ка. Так, у нас же куплено, да, здесь у нас? Ну да, тут. Да, все разгружает. Да, итого у нас... А, не показывает сколько, а как? А, то есть это как на Владимир. То есть что не показывает сколько у нас зерна. Так, ну а это очиститель, это протравитель семян. А вот это вот что? Вот это я, это бункер, да, или что?
Мы проверим. О, тоже вот такое есть? Да. Ну, это для газона, это для газона. Это мальдоная карта. На 19-е было такое. На Владимировке такое было и на этой. Да, и на Горбане такое. Разве? Да. Уже не добавили. Помню. Уже добавили? Да. Хорошо. О, красивый скриншот. Скриншотик. Так, что у нас вообще, друзья, по ценам? По ценам у нас пшеница. Транспортная компания 1-286. Нам МВУ не нужен? По скидке есть. МВУ? Угу, по скидке. Так, у нас не к чему его цеплять. Магаз. Так, оно туда подойдет? Не, я думаю, нет. Мы просто так... А... Я думаю, мы просто так деньги тратить не будем. У нас всего лишь 26 тысяч мы. Вот сейчас понакупить техники, а потом себе без денег, ну, тоже знаешь. Вот, сначала хотя бы немножко заработаем. Это 1050. Немножко дадим кредит. Немножко? Да. Вот. У нас еще 200 с чем-то тысяч кредитов. Так, а где у нас идет магазин? 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 Так, скажи. Ты же ее из оттуда забирал. Магазин? А фактор, да. Вот, кстати, Иван, у нас две базы. У нас есть две базы. Первая база и вторая. Где? Вот там, где мы, помнишь, поворачивали, ехали на машине, поворачивали на... А, вон то вот. Да. Так, я пока газончик заполню, потом уже... А мне тоже это больше нравится. Ну, я так и понял. Я просто говорю, если мы здесь будем брать сервер, да, друзья, мы здесь, наверное, будем планировать брать сервер, то можно будет сделать две фермы. Вот. Вот на этой карте мы точно надолго остаемся, так как она атмосферная, она красивая, хорошая. И главное, чтобы сохранку при обновлении не надо было заново начинать. Это самое главное, как на Владимире. Вот, кстати, начало новой сохранки – это одна из причин, по которой я ушел с Владимира. Это если так. Иван, дозвольте. А ну, Иван, отойди. Иди с камеры. Ну, красота же. А я сейчас выгружу газик. И я пойду, наверное, еще прицеп немножечко усилю. Ну, усилю. Добавишь? Да, добавлю. Сумму убирай. А ну, Иван, поработай на ней, я на газончик хочу посмотреть, как она вообще выгружает. Я тоже хочу. Ну, вы же самый умный. Так, ну давай тогда вместе. Перемещусь. Так, только ты на весовую заезжай, а то прикарманишь себе зерно. Угу, обычно. Не переверни. Так, стоп. Остановись. Тормоза не знаю, что такое. 8, ну, 8 чем-то.
8156. Так, заезжай. Я надеюсь, это туда. Да. Ну, не, вот сюда, вот сюда его. Да, сейчас. Давайте, друзья, посмотрим, как. Ну, выбор не особо большой. Не, может, он будет подавать его. Это нормально. Потом он нормальный. А то этот не особо. Во! Вообще красота. Так, и у нас... Так, оно все в одно место получается, да? Так, это оно. Погоди. Давай посмотрим. Ну-ка. Ага, тут... А, тут этот... тут... Вот это вот. А зачем я выкрывал? Надо, что не надо мне. Надо потом будет подобрать. Подберем потом. Сейчас нечем. А, вот тут у нас по зерну что. Так, а там у нас что? Там у нас зерновые отходы. Ага. А здесь у нас очищенная. А тут у нас и пшеница. Погоди. Обычная и очищенная. Ага. Все, а зерновые отходы, они ж. Погоди, погоди. Да. Так, они тоже продаются. Очищенный лен, очищенная кукуруза. У нас здесь очень много всего. Жмых. Вот, жмых можно тоже будет продавать. Хорошо. Подадим. Вот, у нас уже, друзья, видите, куча планов. У нас очень много планов на эту карту, как вы видите. Я думаю, мы с Иваном за кадром здесь поработаем. Так, Иван, только попробуй мне перевернуть новые газы. Он не новый. Какая разница? Так, а что у нас вообще по контрактам? По контрактам у нас сбор урожая. 5000, поле 7. Это без меня, в курсе. Я собирать, гружить, но не работать. Поле 15, 9000. 15 у нас поле, 15 у нас вот оно. Так, ну я думаю, что мы не на этом комбайне будем это все делать. Хотя нам дом 1500 бэков. Так, Егор, я, короче, поехал настраивать. Настраивать кого? А, порта. Угу, чтобы больше были. Хорошо, давай. Опять кидаю, что он мне сделал новый борта. Доварил. Да, Сидорович, все, что хочешь, давай. За деньги, да, он сделает. Мне он бесплатно это делает. Ну так, мне тоже ничего не делает. Бесплатненько. Вот, за ферму колхоза он так сделает. Да знаешь, как говорится, небольшая чекушка и немного времени. Да. Так, что? Так, Егор, мне все-таки интересно, как работают штрафы. А, да вроде за проезд на красный свет. Что посмотрим.
что такое, как оно работает. Смотри, что мы потом пока без денег банкротом не остались. Ну, смотри. А то, что так и будет сейчас. Так, подожди, я куда поехал вообще? А в магазин тебе надо. Так, так, друзья, мы сейчас выгрузим этот последний бункер и будем заканчивать, так как у нас уже полчаса идет серия. Я думаю, потом на стриме будем работать. Нет, это красота. Это красота. Тонны. Ну, чего, мне чего не сделалось? Не работают при штрафы. А, ну. Все, можно нарушать. Нет, нет, нет. Я тебе сейчас дам нарушать. Ишь вы, привыкли на ягодном нарушать. Нет светофоров, нет правил. Да. Трафик, конечно, здесь классный. Ничего не скажешь. Так, поехали. Вот, сейчас я предлагаю выгрузить комбайн и на этом закончить серию. Мы с вами поработаем за кадром. Ну что, друзья, я на этом буду прощаться. Вот я на этом буду прощаться. Встретимся с вами в следующей серии. Продолжим работать. Будем дальше развивать наше сельское хозяйство. Вот у нас есть чем заняться. Вы уже убедились. Здесь есть и очистка зерна. И карьер даже здесь есть, Иван. Карьер есть? Да, здесь даже карьер есть. Вот он, карьер, который стоит 170 тысяч. Ну, не особо так-то и дорого, да? Да, ну, а друзья, у нас есть чем заниматься. По поводу Владимира я уже все сказал. Вот, ну, еще. На самом деле, автор немножечко плохой человек. Так как... Не, как, он неплохой, но... Ну, не может много делать оптимизацию. Да. Оптимизацию он не может нормально сделать. Причем у меня на всех картах чисто 60 FPS. 60. Так что... А там, по-моему, до 15. Да, там до 15 да, вот. Кадров. 51 FPS, 62, а там вот чисто до 15, там сразу. Вот. Так что, друзья, давайте доедем до конца и будем прощаться. С вами тут поработаем сами. Вот. Я уже приготовил кое-что нам в кабину. Вот, чтобы веселее работалось. Очень интересно. Ну, это не за кадром. Ну, конечно же, я тут осуждаю. На работе нужно работать. Очень интересно. Хороший комбайн, мне нравится. Нива хороший комбайн. Так, Нигора, а может твой рецепт? А там мне тут не особо нравится, не особо увеличивается его. А это продадим? Сколько это стоит? Так его за копейки мы продадим. Сколько? 2000? Ну, 2000, а тут сколько стоит, который я хочу. А он 4 стоит.
Не, этот прицеп я считаю хороший, нормальный, так Не, что. не мой, понимаешь, просто тут стоит, типа, еще 1500 чисто накинуть еще этот. А какой ты вообще хочешь? Я хочу растельмаш. Растельмаш. Это растельмаш. Ну, 2 ПТС 6. Что тут не вижу прицепов за 4000. Есть там. Ну, короче, тогда давай все-таки подвинем, потому что, ну, Егор, тут чисто 4 те же самые тысячи и меньше функций. 4800, который от Lizard. Нет. Ну, вот именно Растельмаш называется. 2 ПТС 6. Ты что, забыл, где Растельмаш А, находится? вот. Так, у него вместимость 3500,6. рассчитай, вот. 11100, 3500. А ЕМЗ-шка потянет тает. Да, я с ним Мне ездил. кажется, такой лучше для МТЗ-шки. Нет, я с ним ездил на Владимировске. А, ну, можно будет купить. Ну, тогда это Владимир. Давай продаем. Так. 270. Ты там пустой, да? Да. Все, продаю, да? А может не продавать, а второй просто купить, а? Можно второй просто купить. Сейчас Ну приду. давай. Вот тогда берем прицеп. А, Иван, давай тогда ты купишь второй, так как ты. А, вот. Вот. Иван замутился, не так. Напишем. На этом, друзья, все. Всем большое спасибо за внимание. Всем спасибо. Встретимся в следующей серии. Все, всем удачи и всем пока. А мы с Иваном продолжаем дальше работать.